Thank you.
Добрый вечер, здравствуйте. Сегодня играет для вас замечательный состав, состоящий из двух целых человек, из целых двух человек. Алексей Наджаров за роялем сегодня для вас играет. Меня зовут Анатолий Осипов. Первая композиция, которую мы сыграли, это была тема Майлза Дэвиса, называлась «Нардис». Замечательный джазовый стандарт. Сегодня мы в основном будем играть авторские композиции, наши собственные. И да, следующей же темой будет тема Алексея Наджарова, называется «Ревинт».
Thank you.
Thank you.
Thank you.
прозвучало несколько позиций. Точнее, две. Одна, первая была моя тема, называлась «Элизиум». Вторая тоже замечательная тема, которая нам очень нравится. Это композиция великого саксофониста, замечательного, Орнета Колмана. Тема называлась «Lonely Woman». Мы продолжаем. Значит, тема, которая... Тема называется «Мидгард». Эта композиция несет в себе нечто человеческое. В общем, мы начинаем. Thank you.
Спасибо большое. Композиция называлась «Мидгард». Далее, в продолжение легендарной темы, композиция называется «Духи равнин».
Следующая композиция посвящена моей маме. Она так и называется «Песня для мамы».
Нашего сегодняшнего концерта сыграем для вас один замечательный стандарт. Thank you.
Спасибо большое. Алексей Наджаров, клавишник. Меня зовут Анатолий Осипов. Очень здорово, что вы сегодня пришли именно сюда, именно сейчас, именно в этот день. Потому что играть такой состав с таким набором инструментов, это очень непросто, но это очень интересно. Это не часто получается, поэтому вы попали туда, куда нужно. Спасибо, до новых встреч, до свидания.